Две лисы взял на переходе. Там еще две. Стой! Стой! Фух. Четвертая.
4 лисы. Сука, один подранок уходит. Пока я на второго отвлекся, первый ходил, шатался здесь. Падал, я думал, дойдет. Потом стрелял по второму. А этот очухался и пошел так бодро. Причем далеко уже ушел. Так, это четвертый, по которому я стрелял. Упал замертво. Лисовин, самец. Красивый. Третий ушел, к сожалению. На видео все было видно. Сейчас расстояние померим. До лесополосы. 120 метров. 120 метров. Ну что же, неплохая охота сегодня получилась. Удалось взять 3 лисы. Надеюсь, на видео все будет хорошо видно. К сожалению, одна лиса ушла под ранком. Не ожидал я этого, если честно. Все-таки похоже было на смертельное ранение. Но, тем не менее, она очухалась и довольно бодро ушла. Солнце уже зашло, а у меня много работы. Нужно снимать шкуры. Всем спасибо за просмотр. Удачи на охоте, подписывайтесь на канал. Буду стараться снимать для вас интересные ролики о природе и об охоте. Всем удачи, пока!